Сегодня 7 марта. 7 марта 1900 года в Самаре состоялось собрание, посвященное организации помощи сражавшимся против англичан бурам Южной Африки. Присутствовали 35 человек. Собравшиеся решили прибегнуть ко всем видам общественной помощи, а также организовать комитет по сбору пожертвований на задуманное дело. Более того, в Самаре возникла мысль организовать отряд добровольцев в помощь бурам и отправить его в Трансваль. Что привлекало самарскую публику к событиям англо-бурской войны, сегодня понять трудно. 7 марта 1919 года город Ставрополь, преемником которого является Тольятти, заняли мятежники из сел Ягодное и Новодевичье. Они разгромили клуб коммунистов, местный военкомат и другие советские учреждения, создав свою комендатуру. В Самаре для подавления этого антисоветского мятежа в тот же день был создан военно-полевой штаб. В народном календаре сегодня Маврикиев день. На Руси считали, что в этот день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. Ранние ласточки к счастливому году, говорили наши предки. Этих птиц всегда любили и связывали с ними множество примет. Например, такие. Ласточки шныряют низко к дождю, высоко к ведру. Этими другими примечательными событиями и фактами ознаменован 7-й мартовский день. Позитивного вам настроения и успехов в делах.